Приветствуем всех на нашем канале и внеурочно покажем вам сегодня позднезимний сорт белорусский синап. На самом деле это просто классика и шедевр среди белорусских сортов. Смотрите, отдыхает любой глостер. Вытянутой формы яблоко, продолговатой. Вот есть, пожалуйста, с носиком, с белой мякотью, хорошими вкусовыми качествами. Великолепно лежит, не просто лежит, это сорт, про который говорят так. В хранилище в погребе сгниет ящик, а яблоко останется лежать. Лежит он до нового урожая. Это сорт, который действительно отлично хранится, и можно есть его всю зиму без потери вкусовых качеств. Чем больше лежит, тем более желтым становится, нарядным. На солнышке может иметь вот такой загар румяный. Отличный сорт. Урожайность его просто ломовая. И в периоды, когда нет периодичности, здесь мы говорим о семенном подвое. Эти два больших дерева нам достались в наследство от нашего прадедушки. Обеспечивают нас урожаем уже более 50 лет. Всем спасибо. Зимой или ближе к зиме снимем дополнительно еще ролик об этом сорте. Он этого заслуживает. Попробуем его с вами, продегустируем. А пока что знакомьтесь, белорусский синап.